она не пробивается, вообще классная штучка. Всем привет, с вами Данил Кайталямба. Сегодня мы будем делать, я даже забыл, что это такое. Сегодня мы, короче, делаем не ньютоновскую жидкость из крахмала и из воды. Это будет антистресс. Мы сделаем потом еще в следующем видео из не ньютоновской жидкости антистресс. Потом закупим шариков и, короче, все будет пучком. Сейчас мы покажем, что нужно для не ньютоновской жидкости. Это всего копеечные ингредиенты. Итак, ребят, нам понадобится небольшая тарелка с водой. И так, собственно, крахмал. Ну, мы взяли 200 грамм, что-нибудь подешевле такое. Да. Не хотели затрачивать. И ложки, чтобы перемешивать. 60 рублей ее. Всё, какие-то копеечки только платил. Сейчас мы, короче, будем насыпать крахмал и потихонечку его размешивать. Давай так. Смешивать. Это малый крахмал, она должна такая тягучая получиться. Там уже чувствуется, что на дне появляется ньютоновская. Да. Мы смотрели много ньютоновских жидкостей, как их сделали. Там из уксуса, из какого-то спирта, я забыл, как называется, и в аптеках продает 7 рублей стоит, из перекиси водорода, ну короче. Но сейчас это еще жидкая тоха, жидкая надо, потягучая, которая. Вот. Давай, мешай. Еще мешай. Мне кажется, много воды нужно. Там много у нас, как мало. Мы сделаем большие антистрессы из шариков в следующем видео. И не то нас кушать, как и ставим, а на следующий день придем к Тохе опять домой и зафигачим антистресс из не ньютоновской жидкости. Да. Бутылку наливаешь не ньютоновскую жидкость, и, короче, она пучком заливаешь в шарик, убираешь туда воздух и завязываешь. Кстати, это жидко. Кстати, простите, что мы не снимали так долго видео. Просто были технические неполадки. Просто там большой вызов принят был в предыдущих видео. Да. Нам уже плохо стало после него. Ну, Тоха-то там, да, Ваня, как видели, в конце Ваня блевал, а Тоха сидел со мной, снимал концовку. Давай, размешивай всякими. Чтобы без комочков было. Да-да. Браты. Куда попробовать? Там есть еще. Не надо, еще это очень жидкое. Надо, чтобы она... Тягучее вообще было. Супа побольше. Все, хватит, пока мешаем. Вот теперь надо было столько. Теперь надо просто все размешивать. Сейчас мы размешаем. Давай, только мешай как следует. Мешай. Вот только рак позорный так долго мешает. Сейчас мы размешаем и покажем, что получилось. Во! Смотрите, у нас получилось уже почти ньютоновская жидкость, сейчас ее надо немного размешать. Ну вот, собственно, это она не ньютоновская жидкость. Побей так ложкой, она не будет пробиваться. Сейчас я вначале размешаю. Побей. Видишь, она не пробивается. Попробуй кулаком еще ударить. Видишь, она не пробивается. То хуже, устал мешать для вас. Прошло. И не прошло 5 секунд, а мы мешали минут 5 здесь, только сидел и трудился. Я просто смотрел. Дождь. И ржал над ним. Да все уже нормально получилось. Все уже нормально, только. Да попробуй кулачком так пробить. Так надо резко. Видишь, как классно. Видал? Она не пробивается. Смотрите, она... Чё, пробивается? Чё? Смотрите, она... Только стой. Она не пробивается. Не пробивается? По ней можно так тазик целый залить и прыгать просто по ней. Толян, ты куда меня кидаешь? Только что-то там мутит. Дрелью. Смотрите, что делает этот мудак. Сейчас он скидаешь здесь все, мудак. Очень громко! Смотрите, она не пробивается. Ребята, она серьезно не пробивается. Такие чувства.
верно. Алена, смотри, смотрите. Главное, вот так не пробивается, я сильно бью, а тихонечко она пробивается. И она очень текучая, смотрите. Вот так вот. Лепишь, она не, как бы не рассыпается, отпускаешь. Она сразу льется. Видал только? Она очень тягучая получилась снизу. Вот смотрите. И сразу разбивается. Сейчас, подожди. Смотрите, я ее мну, она не разливается. А потом только прекращает. Оп, она сразу льется. Вообще классно, Ньютона скажет. Жидкость антистресс, это вообще классно. Я смотрел видео, как ее скидывали с 9 этажа, и с ней ничего не случалось, потому что короче, с чем она соединяется, она... Твердо становится при сильном взаимодействии. А так, если тихонечко опускать, если ее тихонечко сжимать, она опускается. А попробуй только быстро. Видишь, она не пробивается, вообще классная штучка. Итак, ребят, у нас получилась такая классная ненитоновская жидкость. Она не пробивалась, только ее и дрелью сверлил. И кулаками своими мощными бил, как дрищ. Вообще не получилось. Она не пробивалась. Мы в следующем видеоролике сделаем антистресс. Я думаю, он получится очень классный, потому что ненитоновская жидкость мне уже понравилась. Я хочу запустить тематику там. Налить большой тазик и прыгать просто по тазику, потому что если при взаимодействии резкого движения, то есть сильно, она... Не проходит туда, короче, тела вниз. А тихонечко она опускается и глубже. Не происходит диффузия. Если хотите такие классные ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И еще, если мы увидим вот еще 50 лайков вот под этим видео, для начала 50 лайков. Мы сделаем целый тазик такой ньютоновской жидкости. Всем до скорых встреч, всем удачи, всем пока. Всем пока-пока.